Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это у нас цикл бесед, который называется «Во свете Библии». Вот я показываю Библию, откуда будет много взято ссылок. «Открытым оком». «Открытым оком» — это у меня так называются книги. Вот видите, числа, 24 глава, 3-15 стих. «Открытым оком». То есть надо смотреть не с закрытыми глазами. А кто с закрытыми? Ну, вот предвзято, когда смотрят. Предвзято. То есть, ну, ты начинаешь беседовать и заранее уже знаешь, что только ты один прав. Но ты признаешь, что у другого тоже что-то есть хорошее. Меня вот за это, ну, прессуют, так сказать, везде. Вот в Греции был такой обычай. Я как узнал, ну, из литературы. Допустим, беседуют, ну, я к примеру говорю. Я беседую с каким-то сектантом. Ну, допустим, баптист. Ну, а тут арбитр, или, как сказать, наблюдатель, чтобы беседа-то была на пользу. И он говорит, ну, допустим, баптиста. То есть противника надо знать. Сегодня ничего не знает. Я спасен, я спасен, я спасен. Больше ничего не надо. Я поклоняюсь Богу в духе истины. На одной фразе, как говорится, жаба на болоте. Три жаба их духа. Это не годится. Так, вы как называетесь? Мы баптисты, евангельские христиане. Так, с кем вы беседуете? С православным. Так, объясните его учение. Ну, православные — это люди, которые веруют во Святую Троицу. Они от апостольских времен, но у них много очень по преданию, много обрядности. Ну, у них так все в символах есть. Служба идет на церковно-славянском языке. У них есть изображение, иконы Христа, креста, Богородицы, ангелов, хранителей святых. Вот, они поклоняются им, дни исправляют памяти особые, детей крестят. Дальше, почитают мощи. Ну, то есть, все рассказал, как есть. Но они считают, что кроме Библии, вот, у нас 66, у них 77 книг. Вот, и они верят, что святые отцы истолковали Вселенские соборы поместные. Так, все-все. Теперь православного спрашивают. Он объяснил правильно вашу веру? Конечно, правильно. Хорошо. А ты с кем беседуешь? Я с баптистом. Расскажи, как они верят. Но это люди, которые детей не крестят, они считают, что человек должен в зрелом возрасте сознательно принять Христа своим, лично своим спасителем. И они веруют вот так, считают, что предание не нужно, а Дух Святой каждому открывает, они так понимают. У них на русском языке это, они за мертвых не молятся, детей не крестят. Вот. Ну, у них есть сборник духовных песен, они поют там распределенно, как, когда кто умирает, как молиться. У них праздник новый, которых у нас нет, это праздник единства и жатвы. Правда, единство теперь что-то у них не стали праздновать. Ну и дальше все это рассказывает про баптистов. Как они веруют. Теперь спрашивает его баптиста, он правильно говорит? Правильно. Он говорит, объясняет, как баптист будто бы. Все правильно. Вот теперь беседуйте. Сегодня, если сейчас беседовать я буду с кем-то из слушателей здесь, который знает два слова, только Византия и Вития, вообще ничего не знает, то он не сможет объяснить. Его веру я смогу объяснить. Я скажу, вот этот человек, он считает, и считает, что я спасен, я окончательно и бесповоротно, я обязательно буду в раю. Я по частям буду ему растолковывать это дело. Они возникли, ну, всего, допустим, адвентисты седьмого дня, 1841 год. Они почитают Елену Уайт, ее труды, Великая битва, там то другое. Был Миллер, но они его отвергли, он как бы заблудился. Они считают, что там Христос перешел с одного места в другое, святилище. Ну, то есть, все адвентистское учение. Он православный, должен объяснить так, как я верую. А он как может объяснить-то? Он объясняет, что он как будто не слышал и не видел. Так, я сейчас буду говорить как раз... для тех, которые нападают. А вы святым поклоняетесь. Ну и что? Да кого им молитесь? Молюсь. Я каждый день молюсь им. У меня дня не было, чтобы я не молился. Но я с детства верующий. Но сознательно принять Христа через Священное Писание, это было 27 сентября 1962 года, в 17:00, город Венплс, улица Карла Розенберга, 18-4. В это время я учился в высшем мореходном училище, и наш корабль остановился, здесь был. Я пришел и попал к ним. Там были пятидесятники. И я у них обратился в этот же вечер. Меня никто не убеждал. Мне просто дали Евангелие в руки, я первый раз его увидел. Я понял Божественную книгу. И они сказали молись своими словами, а что я могу молиться? Я Богородица, Дева, радуйся, достойно. Бог поймал меня на второй главе Деяния апостолов. Я изучал языков, в это время я
трудился на 7 языках. Они говорят, а вот апостолы сразу в один день, в один час научились, в одну минуту. Этому я не поверил. Он говорит, ты этому не веришь, другой, одни корочки останутся. Я понял, у меня нет веры в эту книгу. Я молился, мне Бог дал дар, вот эту книгу. И я верю всему написанному от корки до корки. Это 51-й год идет. И я всегда молился святым и молюсь. Божьей Матери, перечисляю святых, святитель Никола, апостолы. Почему? Я объясняю. Потому что православная вера, которая во мне, она по широте своей не имеет равных. Это не широкий греховный путь. А именно все места Писания должны сочленяться друг с другом. Не по-сектантски. У них одно место с другим непримиримо. Они его отбрасывают, и все там неправильно, это неправильно. Но другие-то места говорят. Мы говорим сейчас о поклонении святым и ангелам. Пожалуйста, послушайте, как это будет у нас выглядеть. Итак, первое. Прямого указания, чтобы мы непременно призывали святых, Божью Матерь, ангелов и молились им, нет. Православным может не понравиться, но пусть они докажут тогда. Но нет, нет этого. Чтобы мы прибегали к их заступничеству. И настаивать на этом сектантам мы не можем. Мы просто, получается, я как бы оправдываюсь, что ли. Я не оправдываюсь, я просто поясняю, почему мы, православные, так молимся им. Я даю отчет в своем уповании, требующем отчета в моем уповании. Мы прибегаем к ходатайству святых, и мы зримо ощущаем их единство, наше единство, с торжествующей частью Церкви Небесной. Я молюсь каждый день апостолам, пророкам, всем. Перечисляю их мученицам, женам и девам святым, Иоанну Златоусту. Перечисляю их. И на это уходит у меня 100 поклонов. Если я в день 10 раз становлюсь на молитву, получается 1000. Умножьте на 365 дней, получается 365 тысяч. То есть математик, я люблю очень математику. Ну, получается, за 3 года я сделал 1000000 поклонов. А ты ни одного не сделал, мы не на равных, уже не на равных. Так у тебя веры нет. Ну, опять же, веры нет, а у меня есть вера. Я покажу, что это не грех. Не принуждаю, только это не грех, это допустимо. И Слово Божие побуждает к этому. В помощь истинно верующим в деле достижениями своего спасения милосердный Господь даровал ходатаев, молитвенников, двоеточие, кто? Божью Матерь, святых ангелов и небесные силы и угодников Божиих. Откуда известно? Евреям 12:22. Я попрошу всех сектантов это место пересчитать несколько раз. Они на нем плавают, даже не доставая дна. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого и к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех, Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и ходатай Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. Я спрашиваю, в чем выражается эта тесная связь членов церкви земной, воинствующей членами церкви небесной? В чем? У них. Я начинаю по частям и спрашиваю, слушатели, все сектанты, допустим, я у пятидесятников нахожусь. Я говорю, мы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму. Поясняет, где? Как вы приступили? Ну и дальше что перечисляется? Ну, можно сидеть в комнате. Все согласились в молитве. Мы поем, когда Иерусалим, Иерусалим, ну, знаете где. Я говорю, а дальше ко тьмам ангелов. Ну, приступили. Как приступили? Приступили, то есть мы что-то спрашиваем, просим, молимся. Вот я молюсь, ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога обо мне грешим. Ангел, благодарю, сколько лет ты хранил меня в воздухе, на воде, под водой, на земле. Не покинь меня в смертный час, когда душа будет от тела разлучаться. Ангел мой, проведи меня по страшным и понятным мытарствам. И введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Ангел мой, не покинь меня, прости меня. Благослови меня. Я разговариваю с ним, я ощущаю его близость, его охрану. Люди сегодня всего боятся. Выходить за дверь, какая-то энергетика, генераторы, это мне все задавали в университетах. Ничего не надо бояться. А как? Я совершаю крестное знамение, и впереди себя утром открываю дверь, отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. И все. Всех его приспешников. Выхожу, и никогда ничего нет.
Я прошел только, слышал крик позади только. В этот день убили человека. Я прошел именно впереди. В другом месте меня готовились убить. И Бог побуждает других, правда, пятидесятников. Они собираются вместе, а я на корабле в море. И начинают молиться, где этот молодой братик? Он пришел, латыш. У него какая-то большая беда там, а я не знал ничего. В это время меня готовились убить. В багерской рубке я занимался, и решили убить и в море сбросить. По ненависти, просто по ненависти. Они стали молиться, и в это время жена капитана пришла белье туда развешивать. Я потом все это сочленю вместе и увижу. Мой ангел-хранитель, Господь послал его. Ангелов посылает Господь. Это мы считаем по всей книге Библии. Но нельзя так, чтобы ничего не признавать. А для чего это делаем? Мы святых признаем и прославляем. Сирахов 44:14. Народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу. До новой эры. А как возвещать хвалу? Тут написано, приступили к собору, к духам праведников, не к праведникам, а к духам праведников в родительном падеже. То есть души, духи, которые принадлежали праведно живущим на земле, мы к ним приступили как? Святитель Христов Никола, моли Бога о нас. Иоанн Кронштадтский, моли Бога о нас. Александр Невский, заступник, заступись за погибающую русскую землю. Мы молимся. У нас неразрывная связь с небесной церковью. У сектантов этого нет. Они только вот своим кругом что знают, остальное все отвергают. А про небесную даже не слыхали как будто бы. Все разные по басенке рассказывают. Там какие-то песнопения, там баптистов там нет, адвентистов нет, а только исполняющие волю. Какая-то мудрость в этом. Там будут только люди, те, которые принадлежали к церкви. Вот что нужно сказать. Адвентистов, православных, там другое будет. Был ли этот человек в церковь? А церковь там, где закон о рукоположенное священство. Я уже говорил на эту тему. Где нет закона от апостольских времен хиротонии, там нет церкви. Нет, это выдумка. Выдумка от лукавого, от масонов. Дальше читаем. Иаков 5:10. Пример за страдания и долготерпение возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Как он поминает их? Подражанию зовет? Мы, братья, что? В пример злострадания и долготерпения возьмите пророков. Так они живые пророки у Бога, все живые они. И Авраам, Исаак, Иаков, и церковь им молится, день отдельный. Чествование их изображения хранятся. Почитаем их как существа, находящиеся в особой близости к Богу. Откровение 3:21, 4:4, 7:14-15, 8 глава 3-4 стих, 20 глава 4 стих. За друзей и слуг Божьих мы их признаем. И церковь прославляет их, как носителей Божьей славы. Господь Бог есть ревнитель славы своей. И Он не дает эту славу истуканам, а дает эту славу святым своим. Он дает. Исаия 42:8. Я Господь, это мое имя, имя Иеговы. И не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Но своим угодникам Бог дает славу. Вот это-то почему дальше сектанты не говорят? Иоанна 15:14. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. 17:22. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Если дал им славу, почему их не прославить-то? Церковь восхваляет их удивительными словами. Притча 10:7. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Память. А как? Вот мы совершаем память, памятные дни. Откройте церковный календарь и посмотрите, у церкви все в памяти. Она никого не забывает, она все время их поминает. А у сектантов никакой связи нет. Я говорю, у вас такие-то были? Да, были. А где они? Какая связь? Да никакой нет связи. А вы уверены, что они на небе? Какое они знамение было? Да ничего не было. Так каждый о себе думает, что он там. Отрицая поклонение ангелам, они всю Библию сводят только к одному стиху. Этот стих нужно внимательно выслушать. Откровение 19:10. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества.
И вот это, все сектанты один стих берут. Вот это узды взгляда на истину. Действительно написано. А почему я им тогда поклонился? Не могут ответить. Я говорю, ну а почему в других-то местах Библии ангелы принимали поклонение? Что ангелы изменились? Почему? Они никак не связывают. Примирить эти места сектанты не могут. И не просто по скудоумию. А причина одна, это враг затемил мозги. За вражду против Церкви Христовой Бог отнимает совесть, разум, все. Смотрите. Иисус Навин поклонился ангелу. Иисус Навин 5, 13, 15. Почему ангел не сказал, не кланяйся мне, а Богу одному поклонись? Да потому что он поклонился ему как ангелу. В уме имея как ангел. Ангел знает, что в уме у человека. Ему дано это знать. Моисея жена, Маной, Маной жена, Судей 13, 20. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. Кому они поклонились? Ну, ясно, что ангелу. Бог принимает такое поклонение? Я спрашиваю сектантов. У православных тут все стоит на месте. Не могут ответить. Ну, взял ангелу, ангел сказал, не делай этого. Но эти-то места тоже надо как-то сочленить. Сейчас я приведу. У православных нет противоречия. Они все места Библии примеряют и в одно сводят. Поэтому православное толкование самое верное. А сектантское, оно сплошное заблуждение. Дальше. Тавит и Товия. Тавит 12.16. Даниил 10.5.9. И услышал я глас слов его. И как только услышал глас слов его ангела, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Почему же его ангел Даниила не поднял? Это муж желания, муж Божий. Ангелы принимают поклонение до земли. Мы это и делаем. Дальше. Пророк Валаам. Числа 22.31. И открыл Господь глаза Валааму. Увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке. И преклонился, и пал на лицо свое. Да что ангелы? Одни принимают, другие не принимают. Я эти вопросы задавал сектантам. Ни один за 50 лет не мог ответить. А нам зачем? Это в Ветхом Завете было. Даже дурью не назовешь это. Но ангел-то, ему Ветхого Нового Завета нет. Он один и тот же ангел. Один принимает, другой не принимает. Я скажу, что принимает везде, а не принимает только в одном месте. И это место теперь надо нам привести к тому сознанию, которое должно быть истинным. И ни разу ангелы не запретили поклоняться им. Я спрашиваю, почему? А ответ только один. Внимательно слушайте. В Откровении Иоанн Богослов был в духе. В духе в день воскресный-то. И перед ним развертывалась картина будущей судьбы мира. Ангелы в целой череде видений непрерывно смеяли один другого. И в этих откровениях, показанных тайнозрителю, сам Господь Иисус Христос неоднократно является в виде ангела. Вот когда я это говорю, ни один сектант не может согласиться. Да как? Это же Господь, как в виде ангела? Слушайте. Откровение 20 глава 1 2 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». Это Христос, который связывает сатану. Его ангел не может связать. Откуда? Евреям 2.14. «И как дети причастны плоти и крови, ты он воспринял он, это бы смертью своею». На Голгофе. Лишить силы, имеющего державу смерти, запятая, то есть дьявола. Кто его победил? Ну как может войти и расхитить сосуд, если прежде не свяжет? Христос победитель сатаны. И здесь он явился в виде ангела. Странно, непонятно как это. А вот так. Матфея 12.9. Как кто может войти в дом сильного, расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитить дом его. Кто из ада вывел души? Кто связал сатану? Христос. Малахия 3.1. Вот коронный стих. Вот я посылаю ангела моего, с большой буквы, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Бог. В одном стихе назван ангелом Иоанн Креститель, и сам Христос ангел завета. Ангелом завета, ну ясно, что это не человек, ангел. Вот. Чтобы примирить всех между собой. Допустим так, мы сейчас, я вот встречаюсь с кем говорю, вы согласны, ну одну тему хотя бы вот из какой-то ячейки вас вытащить на это. Ну, сказал, не поклоняйся мне, почему? А ангел, зная его мысли, видит, что он поклонился как Богу.
как Богу. Только что тут в 20 главе он видит его в виде ангела, а ангел говорит: нет, я сослужитель тебе. Внутреннее настроение какое? И вот я поклоняюсь. Одно дело, я поклонился здравствуй, как другу. Другое дело, как к отцу, матери. Другое дело, как к священнику. То есть форма внутреннего поклонения, почтения, она различная. И ангел это знает. И также точно говорят о поклонении святым. Вот посмотрим сейчас, почему мы поклоняемся святым. Они берут одно место Писания. Петр же поднял его, говоря: встань, я тоже человек. Деяние 10:26. И они говорят так: вот видите, Петр не принял поклонение, а вы кланяетесь всем святым друг другу, этого делать нельзя. Вот это узость взгляда на истину, это суть сектантства. Вот одно только это место. Я говорю: а как же в других местах святым кланялись, они не отрицались? Никто не принимал. То есть он не считал Библию, они Библии совершенно не знают. Я вот сейчас считаю, и они даже будут слушать и проверять не будут. Я их очень хорошо знаю, знаю. Это полвека я с ними, кажется, вожусь. Ну а бывает что? Бывает человек, который живет праведно, свято, у них даже там, чисто. Не блудит, ничего. И он сразу начинает задумываться, начинает проверять, да как же наш. Идет к руководителям: да ты что, православным стал? Они его сразу на замещание, а он тогда уже принимает православие полностью. Приходит креститься. Я понял, говорит, там у нас ничего нет от ума, не от сердца. Читаем дальше. Вот. Когда это место показываешь, как они его игнорируют, остальные. Первое. Сыны пророческие поклонились Елисею до земли. 4 Царств 2, 15. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали и сказали: а почил дух Ильи на Елисее, и пошли навстречу ему, поклонились ему до земли. Я говорю: пророк Елисей, на котором дух вдвойне Илии, от Илии был, он почему не запретил гробовое молчание? Но он принял или не принял? Ну, запретил бы им. Елисею поклонились в ноги. Кто? Вдова, санамитянка, 4 Царств 4, 37. И подошла и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына свою и пошла. Сразу: так это в Ветхом Завете. Причем тут Ветхий и Новый Завет, когда речь идет о человеке. Если Бог только один принимает поклонение, то нельзя тогда и тогда было. Дальше. Ну вот в Новом Завете. Страж темничный припал к Павлу и силе, Деяние 16:29. Он потребовал огня, вбежал в темницу и припал в трепете к Павлу и силе. На это говорят: так это язычники были. Ну, тем более. Почему они-то его приняли? Принял Павел-то. Павел-то не язычник. Он бы, какая разница, от язычника, от кого? Он бы сказал: Богу одному поклонись. Но он этого не сказал. Язычнику это проще всего сказать, будто ты язычник, ничего не понимаешь, нельзя кланяться человеку. Вот. Понимаете, ну Павел был не сектант. Он знал, что можно кланяться. Язычники, так, теперь, почему Корнилию так сказал Петр? Корнилий, сотник до пришествия Петра, был язычник. Ну да, римский сотник. Хорошо. Язычники склонны были видеть во святых апостолов только, не только слуг Божьих, но и самих богов. А почему? А вот какая причина. У язычников уже было понятие о том, что ангелы, эти существа, он увидел ангела, он же не побежал от него, он верил, пришел ко мне ангел, рассказывает. То есть это не было необычным. В учении в Ветхом Завете об ангелах говорилось, а он-то уже принял Ветхозаветие это, синагогу построил, теперь он молился. И они знали, что ангелы, а они по чину, по ранжиру выше человека. И вот пришел ангел, и говорит: призови Петра, он скажет тебе слова. Естественно, а почему тебе бы не сказать самому? Зачем посылать к человеку, который ниже тебя? Значит, в сознании Корнилия понятие уже до прихода Петра было то, что Петр – это только название, это не человек, это Бог придет. Выше ангела только Бог. Это-то они знали. А почему вы так думаете? Сейчас мы это увидим в словах Петра. Деяние 14:11. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: боги в образе человеческом сошли к нам. То есть они легко боготворили людей. Боги в образе человеческом. А он из язычников. Деяние 28:6. Они
Ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, Павел, когда ехидно повисло. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Это я все считаю к тому, чтобы доказать, что язычники легко боготворили человека. Там они, боги в образе человеческом, здесь тоже Бог. Несомненно, что Корнилий до принятия христианства не чужд был языческих воззрений на святых апостолов и воздал Петру божеское поклонение, внутреннее. Язычники имели представление об ангелах, то-то они знали. Значит, Корнилий принял его не за человека, и Петр вносит разъяснение. Я тоже человек. Ну что же, он не видел, что человек одетый, идет так же обутый на ноги, руки. Я тоже человек. Мы эти слова не будем говорить, кто меня видит, что я человек. Что ему доказывает? Он видит, что они бык с рогами. Я тоже человек. То есть напрасно ты меня за Бога принимаешь-то. И такое поклонение он не принял. Он говорит, Богу поклонись. Я не Бог. Я тоже человек. Я не Бог. Как тут не понять-то? И тогда все становится на место. Человек человеческое поклонение принимает. Ангел ангельское принимает, но божеское внутреннее не принимает. Скажет, так откуда он знал, что он думал Корнилий? Да не Корнилий знал, а Петр. Петр знал, что он думает, его за Бога принимает. Язычники боготворили. Откуда? Да Петр знал, сколько в сберкассе лежит у Анания с Сапирой. Они ему ничего не говорили, откуда он знал-то? Они тайно скрыли. Этого не знал даже, как было при Иисусе Навине, 7 глава, Ахан, сын Зары. Он своровал, и там надо было по частям вести, по коленам, по семействам. А Петру не надо было, он сразу сказал, за столько ли продали. Он знал, что в человеке. И он говорит, я тоже человек, Богу поклонись. А если бы он после этого сказал, уже поняв, что Петр человек, уверовал и поклонился как человеку, вопросов нет. Тогда во всем Писании все сходится. В этом у сектантов нет, это узость взгляда. Широта православия охватывает все толкование и показы. В свете толкования православного ничего на земле нету. Никак. Как у адвентиста седьмого дня. По сегодняшний день толкуют. Папа Римский, года, когда кто пленил в Авиньоне, это зверь, антихрист, печать, что попало. Ну вы адвентисты-то печать не приняли, а покупаете, продаете. Не папство, а человек в одном лице греха. Сын, не сыновья, не человеки. Ну, совсем непонятно даже, что у них образования у адвентистов нету. Все равно на своем, даже вот он сейчас слышит, вот так и будет говорить, папство. А почему? Да Бог отнимает, когда совесть и разум, и тогда человек не знает, что он делает. Только одна надежда, что перед смертью еще покается. Папе от этого ни жарко, ни холодно. Тем более сегодня, а папа был иезуит, папа иезуит, ну и что? Я знаю, каждый день за него молюсь, за Венедикта, за патриарха Кирилла, за старообрядческого Корнилия. За еще старообрядцев есть патриарх Александр Килин, я за него молюсь. Моя задача не в том, чтобы поносить, а молиться. Каждый день молюсь я за Путина, за Барака, за всех правителей, за землю русскую. Особенно за еврейский народ молюсь, чтобы Бог послал добрых миссионеров, за буддистов. Это моя задача поставлена, молитесь за старей начальствующих. Я молюсь за баптистов, за всех сектантов. Для меня они очень дороги. Это хорошие люди. Я говорю другое, что православные повинны в том, что не учили людей, и поэтому они возникли. Я вот что дальше говорю. Нам надо брать пример, как они любят Библию. Далее считаем. Иаков 5.16. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелить. Много может усиленная молитва праведных. Если мы верим, что она многое может, тем более, когда человек обремененный еще страстями на земле, может много молитвы его, то когда он на небо попадает, от всего освободился от бренного тела, почему он может не слышать? Как он может не слышать? И как может не помочь? 1 Фессалоникийцам 5.25. Братья, молитесь о нас, Павел говорит. Скажет, так это при жизни. Церковь одна, земная и небесная часть ее. И мы молимся. Что, сегодня он молился. Рот закрыл, глаза потухли, и все, кончилось. Его нигде нет, но адвентисты правильно они тогда. Умер человек, его нигде нету. Но остальные-то сектанты еще признают душу. Душа у него перед Богом. Даже в неканонических книгах, говорится, видел, кто там ходатайствует Иеремия, Иония. Но они не признают неканонические. Я говорю, они знают, что будет здесь. Они знают.
Но откажет, откуда это вам известно знать? Ну, из Библии. Вы откройте Откровение, посчитайте, видел я души под жертвенником убиенных. Это души. Значит, они там есть на небе под жертвенником. Не будем говорить, что означает жертвенник. Это крест, любовь Христова. И они что? Они знают, что на земле, что их кровь не отомщена. Доколе, владыка, не мстишь. Ну, один раз задумайтесь об этом. Чуть-чуть шатнитесь со своего еретического фундамента. Доколе не мстишь, то есть они не отомщенные, они это знают, им же никто не говорил про это, то есть они знают. Мы приступили к духам праведников. Поэтому поклонение ангелам и святым это обосновано, но прямого указания нет, мы и не настаиваем, мы просто объясняем нашу веру, дать отчет в своем уповании. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня Богу. Римлянам 15:30. Сам Господь научает нас обращаться к молитвенному ходатайству святых. А зачем? Какую он помощь окажет? Ну, молится там дома про себя, может быть. Бытие 20:26-27 стих. «И сказал ему Бог во сне, и я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха передо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, а фараон не говорит, и ты будешь жив, а если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». Если у человека, обремененного, я говорю, страстями, немощами, такая сильная молитва, то что говорить, когда он от всего этого освобождается? Иов 42:8. То есть египтянин молится, фараон, Бог говорит, нет, только от Моисея приму. «Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите на себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Я советовал бы всем сектантам прийти в храм и попросить православных батюшек, а может быть ваши руководители пошли бы к епископу, покаялись во всех хулах, столетиями хулили православную святую церковь, и чтобы они за вас помолились. И тогда ваши глаза откроются, вы увидите, что вы не правы. Но они-то еще живые. Помолились, чтобы за вас. А вы мне скажете, а вы хотите, чтобы мы за вас молились? Хочу и прошу всех сектантов, помолитесь за меня, помолитесь. Помолитесь, чтобы Слово Божие росло и умножалось у нас. Вот мы в прошлом году с миссионерской поездкой проехали 40 городов и сел. Нынче у нас намечена еще более грандиозная поездка. По всей Европе 40 государств. Практически. Скандинавия, Прибалтика и бывшие республики. Но как уже Бог благословит? Сколько опасностей, открываем визу, приглашение. Как отправить туда груз? Нам большой груз нужно отправлять сейчас. И чтобы там брать? Везде подарим свои книги, во всей библиотеке, Сюриха, Швейцарии, до Португалии. Помолитесь. На этого сектанта говорят, а вы верите, что наша молитва слышит Бог? Слышит. Так что мы все погибнем? Я не знаю, победили. Я знаю только вне церкви, нет спасения, это точно. Бог спасает, иногда человека и на кресте разбойник покаялся. Но это экстраординарное условие, экстраординарное решение. Порядок такой. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Первое. Покайтесь, креститесь для прощения и получите дар Святого Духа. 3. Но Бог иногда меняет. Они покаялись, получили Духа Святого, а что мешает принять крещение? Но это было только в начале. В начале Дух Святой сходил, чтобы доказать, чтобы их не отвергли. Тут откровение дается. Откровение 4:4. «И вокруг престола 24 престола. И на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды, имели на головах своих золотые венцы». То есть молятся. 5:8. Они живые, для адвентистов хотя бы. «И когда он взял книгу, то 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый бусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Каких молитвы святых? Ну, молитвы святых, которые на земле молятся, на небе. Церковь едина, нераздельная. Я каждый день молюсь, в конце поднимаю руки и говорю: «Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Господи, прими и исполни молитву всех, кто молится о нас во благо нам.
и прими нашу молитву о всех, кто заповедовал нам молиться о них. 6, 9, 10 откровений. Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». То есть они знают, что на земле, что еще коммунисты у власти, что они не отомщенные, что не все еще фашисты расстрелянные, которые издевались над людьми, которые Холокост устроили. Они не отомщены, эти бандиты, эти головорезы. И они это знают. Сколько погибло в южных странах от мусульман, христиан, невинных. Доколе, Господи, не мстишь? А почему они молятся об этом, когда написано «молитесь за врагов»? Так ты откуда знаешь, что означает слово «мстишь»? «Мстишь» означает страданием и горем. Приведи их, но не умерщвляй их, Господи, чтобы они покаялись. Молитва одна. На небе святые не могут просить вместе крови. Крови им не надо жаждать. Они уже на небе. Потому что со смертью любовь христианская никогда не прекращается. 1 Коринфянам 13:8. Любовь никогда не перестает, хотя их пророчества прекратятся, и языки умолкнуть, и знания упразднится. Поэтому мы своей любовью должны достигать всех, с кем общаемся. Вот Господь нам позволил сегодня через интернет вот это сказать. Я знаю реакцию, какая бывает сектантов, когда я говорю что-то православным, не нравится. Ну, это ничего не значит. Иезекииля 3:18. Говорит, если ты знал, что он согрешает, и не обличил его, то он погибнет, но кровь его я взыщу с тебя. Я легко доказываю сектантам, что они нет апостолов. Они никого не могут назвать во втором, ни в третьем, ни в четвертом веке. Никто. Но если знаете, а да, там православные да убивали, да в каком веке убивали? Да во втором веке. То есть такую бредню несу, даже думаешь, ну неужели это человек говорит? Это переплюнули даже дьявола. Ну кто во втором веке из христиан гнал? Каких? Они ссылали ни знания, ни истории, ничего. Ну могли от Константиновой эпохи там кого-то. Ну да, там можно еще поразбирать. Здесь вообще нечего. Второй век христиане все были гонимые. Но если вы знаете, что тогда были адвентисты седьмого дня, ну называйте по именам, покажите, что они написали. Ну кроме Эллен Уайта никого не могут показать. Или баптисты. Начинают там собирать там Каргеля, с какого времени. Ну я верю. В самом деле есть хорошие проповедники, король проповедников Спержен. Не зря, когда анкету заполнял Фридрих Энгельс. Ну и там, ваша цель жизни. Он все написал. Кто вызывает самую высшую антипатию? Это я читал еще в советское время в «Огоньке». И он ответил: «Чарльз Спержен». Я не знал, кто такой Чарльз Спержен. Я все поднял его, достал его труды и стал читать. Это прекрасный проповедник. Ему дано было это говорить. Его слушали толпы, а у Фридриха никого не было. Одного дармоеда кормил, там, Карла Марса, как его незнающие говорят, крал масло. Который жил, у которой дети там вешались. И... Интересно. Вызывала у него самой большей антипатии христианская проповедь. И они этого не скрывали. Много говорил о Боге Лесков Николай Семенович. И когда Ленину представили список, где, в каком городе, какие памятники. Что интересно, Иуде, памятник Иуде стал выставлять Троцкий, Бронштейн. А Лесков, Ленин был Лениным вычеркнут, один единственный вычеркнут. Лев, Толстой, Горький, там, всем. Это все можно будет ставить. Можно, потом будет. Горького потом уже запишут. Но они живым себе ставили. Мы верим, что у человека есть бессмертная душа. В эту душу мы должны сегодня заложить любовь к Богу, любовь к ближним, любовь ко всему, что нас окружает, и правильно ее направить. Не так, как бабушки любят внучек, ешь больше, спи дольше. Надо со всей строгостью отнестись к своему собственному спасению. Что пользы, когда, говорит, есть люди, которые для себя, говорит, бесполезны, а тысячи людей будут спасать. Для всех я сделал совсем. Мне очень нравится у адвентистов седьмого дня, что они так заботятся о сохранении субботы, как нам надо заботиться о воскресении, как заботятся о благовестии так называемых свидетелей Иеговы, как они ходят. У нас это все в общем не есть. Именно так. Также ходят по домам, по квартирам, и нас даже иные называют православные иеговисты. Мы тщательно готовим людей к крещению. У нас люди, которые здесь, все, абсолютно все, крещенные сознательно.
которые получали другое крещение какое-то неправильно-то, они получили троекратным полным погружением. Поэтому мне не надо давить кого-то или злиться, или поносить. Я просто свидетельствую о своей вере, почему мы так верим. Богу нашему слава за все во веки веков. Аминь.